Ангел ржет. Ты ржешь? Да, Кишмиш? Ну, сейчас смотри, я его поглажу. Давай. Миша, Миша. И он на меня драться потом будет кидаться. Кусай его. Кусай, кусай его, Миша. Смотри, драться полезет. Ты убью. 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 Давай, Мишаня, за тебя. Куси, куси его. Тот не ржет. А ты тоже посмейся. Ага. Убью. Ты... Это ты не натурально смеешься. Все, он надрался. Ну, почеши его. Что-то мне хвост тут, наверное, выщипал сюда опять пилот. Не ты? Не, у него два центральных сломались, и я вчера выдернула пенечки от них. Ты что нашел? О, с болтом он. А он то... От меня выкладывать не надо. Я не буду. Я эту кубик поставлю. Да, Кишмиш? А где виноград? Вот, сейчас принесу. Пьяный. Чё, ну, пьяный? Он же не забродивший был. Как я ему забродивший давал? А где ты взял забродивший виноград? Ну вот, ты его задавил и забирай. Без звука. Ага. Почеши его. Ты же здесь нахуй чесать, ты же знаешь. Вот. Рычать. Не поймешь, балдеет он или не балдеет, тогда его чешешь. Ругаться начинает. Что, не трогать тебя? Так ты чеши, а ты убью. Его это... Убью. И ты его гладишь. А убью, по-моему, он говорил. Пойдет вас червяков мировой. Что-то говорите? Да. Вы матом ругаете. Ну не сталкивай его. Да не сталкиваем, сейчас ботинки будет долбить, надо прятаться. Да у тебя там стальные пластинки в них, что ты прячешься? Ну а что толку-то? Что? Кусай его, Кишмиш, да. Убью, говорит. Да. Слышал? Да? Причем он говорит, только ты говоришь убью, это он у тебя научился. Убью. Чего? Убью. Иди сюда, Кишмиш. Заходи домой. Мои чернички. Чего ты уходишь? Я тебя так не засниму. Ты его ешь или будешь прятаться? Нет. Чё? Я поеду, сгоняю по делам. Давай. А, он отдыхает. Виноградик. Тебе намазано? Солидолом? А потом ножки пропадают, да? Что там у тебя? Что? Ты туда за фобоса напекал?
Так у сорок и пропадают ножки. Что ты тут делаешь?